Андрея Шаповалова. Уникальная тема у меня есть. Вы знаете, есть тема, которую я всегда жду, чтобы Дух Святой разрешил мне говорить. Когда церковь подрастает до какого-то уровня, вы знаете, у меня есть очень много прекрасных бомб, которых я держу до того, как церковь способна будет воспринимать их. И вот эту тему Иисус разрешил мне сказать. Итак, сегодня я хочу немножко пойти вглубь, сделать так называемый духовный рентген каждому из вас. И мы каждый себя сегодня проверим. Итак, тема называется «Кто ты внутри?». Сегодня я хочу поговорить очень об уникальном моменте. Первое, запомните одну вещь. То, что не стало частью тебя, никогда не может задержаться в тебе. Еще раз повторю. То, что не стало частью тебя, никогда не может задержаться в тебе. Если ты отвратительный внутри человек, как бы ты ни старался быть хорошим, ты всегда вернешься в свое первоначальное, свою первоначальную конфигурацию, я так скажу. И вы знаете, мы сегодня пойдем с вами в очень интересный момент. Мне самому очень нравится эта тема. Итак, просто приготовьтесь сегодня. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что же делает наши образы, кто же мы по-настоящему внутри. Все, что я сейчас вижу снаружи, вот это не обязательно то, что находится внутри. Вы слышите меня? Не обязательно то, что я вижу снаружи, это то, что внутри. И поэтому сегодня я вам расскажу вообще, как создается внутренность человека. Например, если мне нужно, вы знаете, Бог много лет назад открыл мне эти вещи. Если мне нужно, например, кого-то перестроить, вы знаете, что мне нужно сделать? Мне нужно заложить правильные имиджи в твою голову. О, сегодня мы пойдем куда-то, церковь. Сегодня приготовьтесь, просто приготовьте ваши уши, и мы пойдем сегодня с вами. Запомните еще одну вещь. Ты всегда вернешься в то, чем ты был и первоначально являлся. Ты всегда туда вернешься. Есть люди, которые говорят: о, я прошел энкаунтер. Я говорю: подожди. Давай я через несколько лет я тебе скажу, кто ты по-настоящему. Когда пройдет эйфория, амин? Когда пройдут чувства, эмоции, понты закончатся. Я тебе расскажу, кто ты. Дай мне немножко времени, я тебе скажу, кто ты. Ты вернешься в свое первоначальное. Некоторые люди думают, что то, что они пережили снаружи, это то, что обязательно внутри. Нет. Дорогие мои, нет и еще раз нет. Нам нужно добраться до внутренности человека. Нам нужно вложить правильный имидж в жизнь человека. О, сегодня мы куда-то пойдем, церковь. Сегодня мы куда-то пойдем. Итак, один раз я наблюдал передачу, смотрел передачу. Это было много лет назад. Как из нормального человека американские спецвойска делают убийцу. Капитан этих войск сказал, эти слова очень сильно, знаете, как бы коснулись меня. Убийцами не рождаются, убийцами становятся. Вы слышите меня? Я наблюдал, как эти люди берут обыкновенного парня, невинного парня, который просто имеет желание
а быть человеком... Вы знаете, есть спецслужбы, секретные войска, которые делают грязную работу страны. Вы понимаете, да? То есть я не хочу сейчас рассказывать вам все эти входы и выходы. В общем, много лет назад передача была об этих войсках, которых якобы не существует. Но которые существуют и действуют. И они действуют настолько профессионально, что потом смотришь, где-то кто-то скоропостижно скончался. Там работа была, там проведена профессиональная работа. Кто-то кого-то зарезал, уничтожил, утопил. А авиа или автокатастрофа. Другими словами, есть что-то, что есть войска, внутренние войска, которые занимаются этими вещами. Их никто не знает, у них нет имен, у них нет личности. Они полностью проданы своему государству. Все. Дорогие мои, и я так скажу, они очень много секретов не рассказали, когда я смотрел эту передачу, но они интересные моменты взяли, и я был шокирован. Я был шокирован, насколько мир уже давным-давно догадался, как перестроить церковь, а церковь до сих пор не догадалась, как перестроить мир. О, я еще раз это повторю. Мир давным-давно врубился, как сделать из тебя блудника, а ты до сих пор не понял, как из мира сделать то, что Бог пришел из мира сделать. Так вот, сегодня я чуть-чуть приоткрою эту занавесь. Если ты мудрая личность, ты возьмешь эти правила. Если ты мудрая личность, вы знаете, почему Давид говорил, ничего не положу перед глазами непотребного, лишнего, пустого? Вы знаете почему? Все, что перед твоими глазами, создает тебя. О, сегодня мы куда-то пойдем, церковь. Сегодня мы куда-то пойдем. И вы знаете, они просто рассказали, как начинается процесс. Потом, естественно, там было все скрыто, они тебе не расскажут, как они делают из человека убийцу. Но они рассказали сам процесс. Процесс начинался в чем? Все начиналось безобидно. Человека сажали перед экраном. И как ни странно, я был шокирован, он играл в игру. В игру, где он был человек как бы хорошим, знаете, солдатом, и ему нужно было вырезать. Самое интересное, что в каждой миссии этому человеку давалось оружие. Сейчас он должен задушить человека руками. Вы слышите меня? Вы знаете, что делала эта спецслужба? Это была игра, но она настолько была профессионально сделана, что все имиджи и люди, которые даже... Вы знаете, что есть игры, сделанные реально, снятые люди... Что они делали? Они снимали барьер. Теперь он стоит, душит человека. Теперь ему следующая ступень, ему нужно было зарезать. И самое интересное, зарезать не просто зарезать, там надо было определенное количество ножевых ран нанести и в определенные места. Вы слышите, о чем я говорю? Там я был шокирован, думаю, игра? Всего лишь игра. Они говорят, о нет, после игры начинаются другие реальные вещи, о которых они уже не говорили. Но знаете, что меня больше всего поразило? Больше всего удивило меня то, что они говорят. Наша задача заключается только в одном, чтобы он, который сидит за этой игрой, увидел себя по-настоящему убивающим человека. Все. Когда он этот имидж схватил, вы знаете, почему так много насилий, разврата, убийств? Вы посмотрите, что медиа сейчас делает. Вы посмотрите, дорогие мои, я приехал в 91-м году в Америку. Вы знаете, какая игра была самая топовая? Угадайте. Супер Марио, который собирал грибы. Вы знаете, какие сейчас самые популярные? Самые извращенные, где насилие, убийство, где извращенный секс, бары. Я как посмотрел, я думаю, боже, это детки играют. Дьявол очень красиво умеет. Вы знаете, что он делает? Я вам сейчас говорю, это первая ступень подготовки убийц. Я сейчас не говорю, выкиньте у ваших детей игры, они купят другие. Нам нужно с вами не игру забирать, а имидж поменять. О, церковь! Я сегодня хочу поговорить о реальности, нашей жизни. О, мы пойдем куда-то сегодня. Смотрите. И самое интересное, что в конце всего этого периода подготовки, там определенное время, они говорят, мы гарантируем, это будет безжалостный убийца. Он будет работать только по заданной ему программе. Они говорят, и они не вдавались в подробности, они говорят, он может убить любого человека возраста и любого пола. Вы слышите меня? Что они сделали с этим человеком? Грань реальности и игры стерта, и теперь ты привык уничтожать, видеть кровь, резать, душить. И теперь, когда тебе говорят, сделай это, у тебя нет барьера. Что они сделали? Они создали имидж. Что они сделали? Они заставили его увидеть себя таким.
Слушайте меня внимательно. Вы знаете, почему стоит крутая машина? Стоит одетый мужчина, красиво, богатый, пиджак, за, например, за 20-30 тысяч. Около этой машины стоит девушка, красиво одетая, и они просто с сигаретами разговаривают, и идет реклама сигарет. Угадайте, что это? Они заставляют тебя увидеть себя вот этим мужчиной, а тебя, дорогая, увидеть этой женщиной. И когда ты достаточное количество раз пропустишь эту рекламу, у тебя в голове складывается имидж, ты начинаешь преображаться. Человек так создан, Бог так создал тебя. Ты преображаешься с то, с чем общаешься. Вот почему ты должен быть с Ним в присутствии. Угадай, в кого ты преображаться будешь. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Угадайте, кто до такого докатиться может, кто с Христа, от Христа не уходит. Дорогие мои, что значит имиджи? Имиджи – это все в нашей жизни. Дьявол попытается сделать все возможное, чтобы перестроить тебя. Человек, можете представить себе, что такое человек? Человек – это компьютер. Давайте сейчас отойдем в сторону, послушайте меня просто со стороны, просто как человек. Человек – это компьютер. Какая программа в него загрузилась, то он и будет делать. Это машина. Ты можешь быть любящим отцом, и ты можешь быть кровавым, безжалостным убийцей. Дорогие мои, это машина, в которую нужно вложить правильную программу. Дьявол давным-давно это вычислил, еще когда он Еве это рассказал. Слушайте внимательно. Давайте мы с вами просто откроем Бытие. Давайте самое начало. Знаете, что дьявол сделал? Он заставил Еву увидеть, как прекрасно этот плод. Как он... Стоп. Давайте, я вам скажу. Первая реклама, первый телевизор. Сейчас прочитаем. Змей, третья глава Бытия. Вы все знаете наизусть. Третья глава Бытия. Давайте прочитаем. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Вопрос. И сказала жена змею, плоды с дерева мы можем есть, только плодов с дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним, ибо чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, вот начинается момент, и сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Господь, что в тот день, который вы вкусите, откроются у вас глаза. Заметьте, что он сейчас делает. Он заставляет ее увидеть, как у нее открываются глаза после вкуса плода. Он не говорит, не-не-не, кушайте, все нормально. Дьявол, знаете, что такое? Мы с вами говорили, знаете, как переводится имя дьявол? Диаболос, бросающий идею. Это его оригинальное имя. Он бросает имидж, идею, пока ты не превращаешься в эту личность. Люди говорят, впал блуд. Дудки. И мы уже говорили, никто не идет с тротуара и падает куда-то. Дорогие, мы готовимся. Знаете, что такое блуд вообще, если честно взять? Он увидел ее с собой, и теперь ему нужно заставить, чтобы она увидела его с ней. И когда он достаточное время проектировал эти имиджи, она подсела. И как только она подсела, они попали. О, церковь, алло. Слушайте, все работает в жизни именно так. Смотрите. Смотрите, что змей говорит. Но знает Бог, что в день, который вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Дьявол заставил ее увидеть, кто она будет после того, как она вкусит плод. Вот тебе первая реклама. Знаете, как бы ее оформил дьявол, если был тогда телек? Подходит женщина, красивая женщина к плоду, берет плод, вкусывает его. И здесь она обретает мудрость, у нее появляются способности. Это то, что дьявол заставил ее увидеть. Алло, церковь, давайте очнемся. То, что мы живем в реальном мире, где мир уже давным-давно церковь переделал под свой ход. Давным-давно мир вложил в разум церкви все, что он хочет. И знаете, что церковь теперь хочет? Она хочет быть похожа на мир, чтобы... И мы себе лампочки купим. И у нас будет все круто, круто. Какого? Что? Где? Знаешь, что Бог хочет сделать? Он хочет, чтобы ты проектировал имидж Бога. О, церковь. Бог хочет сделать что-то с этим миром. Но поначалу ты должен стать этой личностью. Как ты можешь проповедовать о том, кем ты не являешься? Как ты можешь говорить кому-то что-то, когда этого нет у тебя внутри? И смотрите, мы продолжаем. Знающий добро и зло. Шестой стих. Все. До пятого стиха все, работал дьявол. Была реклама. Шестой стих.
жена приходит в действие. Смотрите. И увидела жена. Я не понял, а чего она раньше ничего не видела? Объясните мне, она что, не видела раньше? Где было дерево раньше? И увидела же, что она увидела? А что она раньше видела? Знаете, почему она увидела? Кто-то ей показал. Кто тебе показывает сейчас? Кто тебе сейчас, что тебе показывает? Вы знаете, я очень аккуратен, с кем я говорю, что мне говорят, что я смотрю, где я нахожусь. Очень аккуратен, потому что оно постепенно создавать я начинаю. Смотрите. И давайте идем. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи. Не понял, а раньше что было? И что оно приятно для глаз. Реклама сработала. И теперь я теперь пицца. Привезите быстрее эту пиццу. Вы знаете, как реклама работает, да? Всего лишь 5,99. Засыпите там всякими штуками. Раз, два, три, потом попали на тебя, когда ты голодный. Срываешь этот телефон. Так, это Доминос, чи, там, знаете, Пицца Хат, Чишон, там, Булобы. Звонишь и говоришь, везите, 5 штук везите. Реклама работает. Зачем ты заказал ее? Ты ее видел достаточное количество раз. И когда она режется, сырок тянется. Знаешь, что ты представляешь? Ты не просто говоришь, ну какая пицца, ты представляешь ее, как она у тебя во рту тает. Слушайте внимательно. Я хочу дать вам сейчас, я сейчас, церковь, открываю вам секрет. Как тебя перепрограммировали. Я тебе открываю секрет, как тебя... Я вам серьезно говорю, если вы сейчас поймете этот урок для взрослых. Это взрослый урок. Если вы этот урок поймете, вы увидите, как вы не дадите никому и ничему создавать вас, создавать ваше мышление и разум. Люди говорят, почему ты постоянно в огне столько лет? Потому что я знаю, что должно создавать меня. Ты слышишь меня? У тебя плохие дни бывают? Не бывает. Бывает плохая минута. Потом так, не понял. Плохие дни, это когда ты дал дьяволу расправиться с тобой. Потом, бедняжечка. Смотрите. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи и приятно для глаз, и вожделенно. А раньше почему оно не было вожделенно? Потому что рекламу никто не показывал. Теперь очень вкусный этот плод стал. Потому что дает знания. Он не просто, пицца не просто так, она тебе дает знания. И взяла от плодов его и ела, и также дала мужу своему, и он и ел. Он, может, не хотел, но все равно съел. Потому что жена сказала. Будешь умным у меня, Васенька. Ладно. Хорошо, вы знаете, дьявол знает, аллилуйя, иногда что-то выскакивает такое, знаете? Дьявол знает, что мы с вами настолько, знаете, глупенькие, что мы даем людям, пошли со мной, слушай, ну что ты стесняешься, посиди с нами здесь, где здесь, ну в нашей тусовке, достаточное количество раз тусовки, и ты с ними уже будешь чокаться и пить за здоровье, вы слышите меня? Я им о Христе расскажу! Не надо о Христе рассказывать. Христа показывать надо. А-ха. Как? Через себя, через твои поры должен сочиться Дух Святой. Я им расскажу. А они тебе о водочке расскажут. И вместе за здоровье выпьем. Да мы настолько с вами, знаете, наивные. Все испытывайте, хорошего держитесь. Да пока ты все испытаешь, хорошее убежало уже. Потом надо столько лет, чтобы ты, бедняжка, исповедовался, каялся. Беса с тебя ни одного достать еще надо. Смотри, 1 Коринфянам 15:33. 1 Коринфянам 13:33. Смотрите, что говорит Павел. Павел, нравится мне Павел. Смотрите, он говорит, не обманывайтесь. Первый говорит так, ребята, не врешите себе. Не обманывайтесь. Читаем. Худые сообщества развращают добрые... Слушайте сюда. Подержи сейчас, смотри. Развращают не натуру, не мое тело, не мои чувства, нравы. Вы знаете, что такое нрав? Нрав – это что-то, что сидит у тебя вот здесь. Нрав, развращение, нрав. Худые сообщества, другими словами, я бы сказал, отвратительные общества развращают твое сознание. Это то, современное я бы перевел. Развращают. Что они делают? Извращая твое сознание, ты приходишь и делаешь. Тебя никогда нельзя заставить сделать то, чем ты уже не являешься. Ты только будешь делать то, что ты являешься. Машина едет, почему? Потому что колеса есть.
Дьявол захочет, чтобы ты поехал, он в тебя ставит движок и колеса прицепит. Ты будешь ехать, куда он захочет. Тебе нужно изменить не то, куда ты идешь, а то, кем ты являешься. Ты слышишь меня? Не то, куда ты идешь, а то, кем ты являешься. Ты являешься чем-то. Знаете, что у нас снаружи? Это мы проектируем то, что внутри. Люди пытаются забрать у тебя что-то. Оно внутри, оно опять это создаст. Мы создатели. Если ты внутри создал себя алкаша, бомжа и урода, ты им будешь. Как тебя ни подстриги, ни выбрей, ни вымой. Ты в него преобразишься. Ты творец. Как хорошего, так и плохого. Ты творишь себя, твой имидж. Вот почему ты сейчас вот такой здесь? Потому что, почему ты причесываешься? Нет. Нет, почему? Потому что у тебя в голове есть имидж, к которому ты стремишься. Амин? Послушайте меня внимательно. Почему ты причесываешься? И потом говоришь, слушай, нет, неправильно. И идешь, переделаешь. Почему? Откуда ты знаешь, что оно неправильно? Откуда? А вдруг оно самоправильно? Нет, ты стоишь и мучишься, уже муж пе-пе-пе, а ты там, нет, эта волосина не так лежит. Что-то есть, да, тут что-то попал, да? Попал куда-то. И он уже, да, почему-то, а у него там три, и то так прилизнул, прилепил их здесь, и все, да? Застегнул прическу и пошел. Понимаете, и мы с вами понимаем, что почему она видит что-то, что... Она видит что-то внутри, что она не видит наружи. Она пытается сопоставить. Как только она это сопоставила, она говорит, все, я готова. Что ты готова? Куда ты готова? А почему ты только не проснулся и сразу в машину не сел? Тоже нормально? Нет, это не твой имидж, амин. Твой имидж другой. Ты всегда себя... Запомните, некоторые люди говорят, это он. Нет. Я хочу докопаться до тебя внутри, вон там внутри. И внутри тебя вот там исправить. Не тут тебя исправить. О, слушай, встань прямо! Сними крестик. Оденься нормально. И религия по жизни хочет тебя исправить. У нее не получается. Слушайте сюда, никогда не получится. Потому что исправляем не то. Потому что этот пацан, вот этот 18-летний, то, что ты видишь, это он спроектировал себя. Внутри проектор стоит, он проектирует. Проектирует его. Мне нужно изменить имидж. Почему я говорю, я верю, что то, что я сейчас говорю, я проектирую имидж церкви. Знаете, почему одни меня любят, другие страшно ненавидят? Потому что я проектирую имидж церкви. Тебе с этой проекцией что-то надо делать. Amen. Я говорю, я поднимаю Библию и говорю, вот наша проектировка, Деяния апостолов, Иисус Христос, это моя проекция. И уже не я живу, живет во мне Христос. Ты, некоторые люди говорят, а я не хочу быть ни Христом, ни дьяволом, я хочу быть самим собой. Не получится. Ты... Компьютер не может говорить так. А я вообще никакие программы не хочу. Я буду вот сам по себе. Не может такого быть. Тебя всегда кто-то будет использовать. Всегда. Ты личность. Бог создал тебя для себя. Он создал общаться с тобой, чтобы ты преобразился впоследствии в Него. О, Иисус. Сколько мы этого читаем в Библии, постоянно видим. Смотрите. У меня есть друзья. Вы знаете, тебе нужно изменить не то. Смотрите, чемпионы. Послушайте меня, чемпионы уже давным-давно знают, что они чемпионы. Они чемпионы внутри. Вы слышите меня? Я вам уже давным-давно говорил с этой проекцией. Идет, я так и знал, что меня не возьмут на эту работу. А что ты перся тогда? Ну, а может быть, получится. Не получится. Потому что проектировка твоя нищего, забитого, колхозного, ничего не знающего и такого. И тебя даже когда не взяли, ты даже себя аж как-то радостно чувствуешь. Говоришь, слушай, я же точно знал. Я точно знал, что меня не возьму. Эта работа вообще не для меня. Для таких вон, как он. Он же умный. У меня есть друзья, знаете, у меня есть друзья-помазанники, с которыми я сажусь часто... Просто разговариваем, общаемся, прилетают, приезжаем часто. И вы знаете, мне нравится спрашивать у них очень интересный вопрос. Мне всегда охота была знать, как вы этого достигли. Просто как вы этого достигли. Потому что, и они мне всегда отвечают то же самое, что и у меня внутри. То же самое. Я был удивлен. Я говорю, как вы это достигли? Знаете, сначала была большая улыбка на лице у этих людей, практически у всех. И почти один и тот же ответ. Они мне говорили примерно такую фразу. Я уже точно знал, кто я, задолго до того, как им стал. Вы слышите меня? Кто ты внутри? Так называется моя тема. Кто ты?
Вот это все меня сейчас не волнует. Я хочу добраться туда. Нам нужно изменить вон там настрой. Программу нужно одну стереть, другую поставить. Дьявол бомбардирует тебя, не говорю, сейчас повыкидывать телеки. Слышь, телек может быть большим благословением, когда он будет проектировать правильные вещи в твою жизнь. Аминь. Знаете, откуда разврат, ужас вообще в семьях? Знаете, почему жены часто оставляют своих мужей? Почему? Потому что муж настолько порнухи насмотрелся, что он со своей жены проститутку хочет сделать. Вы слышите меня? Он ее хочет так поставить, туда поставить, это сделать, так зависнуть, так повиснуть. Понимаете? Слушайте, тишина настала. Очнись, ты в нормальном мире живешь. Как будто расслабься. Слушайте сюда. И он постоянно, она его не удовлетворяет. Почему? Да потому что она нормальная женщина, а не шлюха, которую ты видел только что по порнокассете. Ты слышишь меня? Ты просто настолько спроектировал женщину в таком образе, что теперь других ты не можешь воспринимать. Тебе нужно изменить не жену свою, а твою проектировку женщины. И тебе нужно понять, что это делается за деньги, а это делается из любви. Amen. И когда она захочет, она тебя удовлетворит. И станет морозиться. Смотрите. Я очень прямо говорю, я ни с кем в шутки не играю. Мне просто надоело, когда мужики своих жен просто используют и калечат свои отношения. Окей? Итак, ты должен уже видеть то, кем ты являешься. Ты должен уже это видеть. Итак, ты всегда будешь двигаться в то, что ты видишь. Если ты страдаешь алкогольной зависимостью, то зачастую вообще это небесы и не проклятие. Это твое представление себя. Вы слышите меня? Это то, как ты видишь себя, когда мне плохо, и ты представляешь. И мне хорошо. Твое представление. И ты идешь и исполняешь то, кто ты являешься. Измени проектировку. Когда мне тяжело, я ставлю помазанную музыку и ложусь на ковер в своем офисе и говорю с моим Иисусом. И Он исцеляет мою жизнь. Измени проектировку, и ты увидишь, как ты начнешь видеть себя не с бутылкой, а с Богом. Ты увидишь, что ты будешь бегать, когда у тебя тяжело, или момент какой-то решает, ты будешь бежать к Иисусу, а не к бутылке. Или к любовнице, или какой-то грязи, разврату. Ты будешь видеть, что ты идешь к Иисусу, потому что Он утешитель жизни и сердца твоего. О, церковь, я сегодня говорю к взрослым людям. Ты себя видишь с бутылкой пьяным, разнузданным. Это твой образ, который ты создал. Или кто-то помог тебе создать. И всякий раз, когда тебе становится тяжело, тебя небес попутал, ты просто возвращаешься в свой образ, ты туда возвращаешься. Люди, не понимая этого фактора, говорят, брось бутылку. Я вам серьезно говорю, бутылка здесь вообще ни при чем. Бутылка это просто подтверждение того, кем ты уже являешься. Как бы ты ни старался стать хорошим человеком, ты не можешь. Почему? Тебе нужно не завязывать с алкоголем, потому что как завязал, так и развяжешь. И некоторые из вас знают, о чем я говорю. Я завязываю, да-да-да, сейчас. Пой песню, соловей. Знаю я, как ты завязываешь. Я с травой завязываю. Больше не буду эту дурку курить. Да-да-да, сейчас знаю я. Там плохо стало, слушай, у тебя есть там это, косячок затрамбовать. Что так плохо на душе, хочется увидеть Аллу Пугачеву. Слушай, я знаю, у меня были друзья-торчки, я знаю, о чем я говорю. Какая Пугачева, Христа надо видеть. Ладно, это другие истории, о которых, может, другой раз расскажу, окей? Боже. Серьезно, ты можешь даже накуриться и на концерт сходить. У тебя свой концерт будет в голове. Хорошо. Тебе нужно изменить свой образ. Ты должен увидеть себя прекрасным отцом, хорошим мужем и отличным другом. Когда ты начнешь об этом постоянно думать и это видеть, ты начнешь преображаться в эту личность. Вы слышите меня? Что создает тебя? Посмотрите на журналы, которые никто почему-то хорошего не пишет. Вообще развелись, кинули. Особенно вот эти журналы, знаете, когда в магазине стоишь, вот эти звезды наши вот эти все, калеченные. Понимаете? Все-таки Холливуд этот отмороженный, извиняюсь весь.
прямо говорю, люди вообще сыграл роль, и он, и он звезда? Он роль сыграл, очнись! Это не он. Он актер. И он уже звезда, он жить не умеет. Он Бога не знает. И мы начинаем равняться на этих людей. Мы начинаем равнять. Дорогие мои, очень внимательно наблюдайте, что проектируется в ваш разум. Я просто хочу сегодня бросить вам вызов, церковь. Очень внимательно придите и посмотрите в дом, что вокруг вас. Это то, что проектирует и создает тебя. Давид говорит, не положу вещи непотребные. Почему? Потому что стану непотребным. И на крыше он понял, почему не надо смотреть туда, куда не надо. Amen. Потому что имидж залез в голову, и потом так и не отделался от него. Я лично вам скажу, я всегда молюсь о том, чтобы Бог сделал это частью моей жизни. Например, если я что-то хочу, например, мы сейчас ищем здание, да? И я вижу себя уже в этом здании. Понимаете, о чем я говорю? Я вижу, где я буду ставить, почему я это делаю. Не надо планировать, нет, надо планировать. Я уже внутри в здании. Вы слышите меня? Я проектирую, это говорит о том, что я творю. Это говорит о том, что Бог начинает давать мне силы, энергию творить. И я вижу, где будут стоять стены, какая будет огромная сцена. Я вижу, я вижу все. Я вижу, какая будет аппаратура. Я вижу, кто где будет стоять. И я это вижу. Дорогие мои, посмотрите, как Бог все делал. Создадим человека по образу. Вы слышите меня? Я опять возвращаю вас в образ. Бог говорит, у меня есть образ, по которому я хочу творить человека. По образу моему. Он говорит, у меня есть образ. Сначала был образ. Что такое образ? Образ – это мечта, представление. Образ – это что-то, что создает. То, что ты сейчас имеешь, это твой образ. Начни менять свой образ, и ты увидишь, как будет меняться вся жизнь твоя. О, я вам серьезно говорю, я вам сегодня даю секреты, церковь. Это относится ко всем сферам нашей жизни, ко всем. Просто представь себе, закрой глаза и представь себе худенькой. Так паундов 120-115. Аллилуйя. Некоторые уже весят, аллилуйя, я за вас рад. Но некоторые, представьте просто. Знаешь что? Пойди купи платье. Третий размер или четвертый. С такой вот талией вот. И скажи, я в него влезу. Вы слышите, женщина? Эй, моя. Некоторым хлопаю, потому что вижу, что... Дорогие мои, о чем я говорю? Я сейчас говорю о реальной жизни. Ты хочешь выглядеть нормально? Ты хочешь быть... Начни проектировать. Начни... О, что это мы уже в какое-то тут шаманство залезли, колдовство? No! Это человек так создан. Дьявол этот принцип понял. И он давным-давно склеил церковь, которую ему надо. Самое главное, слушай радио, смотри телек и будь в обществе, в котором дьявол хочет, чтобы ты был. Все. Эйма? Хорошо, двигаемся дальше. Я вам сразу скажу, я давным-давно понял этот закон и очень много лет назад уже представил себя пастором с мировым именем. Слушайте сюда. Ух ты какой! Вот я такой! А ты какой? А я заморашка с тазиком. Чего? А я вот мне бы какую-нибудь вот тойотку, мне бы какую-нибудь вот башмачки такие подержать, мне бы. Ты себя спроектировал. Я себя проектирую успешным, благословенным, в огне Святого Духа. Каждый день. Я даже не проектирую падений. Почему? Потому что я верю, что жив мой Бог, который хранит меня каждый день и каждую ночь. Я давным-давно проектировал все эти вещи. Это гордость. Нет, не это гордость, это мудрость. Мудрость проектировать, мудрость представлять, мудрость загнать в свою голову нормальный имидж. Не можешь загнать, если у тебя семья разрушена, то пойди на интернет, скопируй кучу фотографий счастливых семей и обклей все вокруг счастливыми семьями. Папа с детками, с мамой, любовь, на качелях катаются, обклей. И ты увидишь, что пройдет полгода, тебе захочется любить детей. Почему? Потому что со стены проектируется радость, улыбка ребенка, а не папа пришел, ноги делаем.
Почему ты такой? Потому что это проектировка у тебя такой. Так, уберите, что это тут ползает? А, это ребенок. Бог показал мне этот образ давным-давно. Вы знаете, что такое видение? Видение – это Бог показывает тебе образ того, куда Он тебя ведет. Вы слышите меня? Видение, как Богу изменить твою жизнь? Он загоняет видение, видение видеть. Во сне сновидение, видение, исступление. Он берет тебя и показывает тебе то, куда Он хочет вести тебя. Зачем Он тебе показывает? Богу что, делать нечего? Мультики тебе показывать духовно? Нет. Он показывает тебе проектировку своей судьбы и куда Он хочет вести тебя. Он показывает тем, кем Он видит тебя. Вот поэтому ты во снах часто стоишь на сцене, возлагаешь руки, проповедуешь. Знаешь, почему Бог это делает? Чтобы ты увидел, кто ты в Боге. Когда я начал эти имиджи принимать, эти сны записывать, говорить, да, это я, в процессе я начал видеть себя на огромных сценах. И потом в реальности я начал себя видеть в больших залах, на конференциях и делающим большие дела. Все. И мы двигаемся дальше. Ты скажешь, я закончил? Нет, у меня мультики продолжают играть. Большие, большие, хорошие, хорошие. Если я тебе раскрою, ты скажешь, брат возгордился. Я тебе не расскажу. Ты потом все увидишь. Вот почему нужен был Иисусу... Вспомните, вы знаете, почему Иисусу нужен был Гефсиманский сад? О, я вам сегодня все расскажу. Вы знаете, почему Иисусу нужен был Гефсиманский сад? Потому что до Гефсиманского сада Иисус еще не мог представить себя умирающим на кресте. Слушайте внимательно. Знаете, почему нужен был Гефсиманский сад и ангел, который укреплял его? Знаете почему? Потому что Иисус на тот момент не был готов к Христу. Как угодно понимайте. Если бы его сразу схватили и сразу на крест, и Бог специально отделил время, где Иисусу нужно было спроектировать смерть свою на кресте. И когда он молился, вы знаете, где он менял свой имидж? Когда пот был как кровь. Вы слышите меня? Вы скажете мне, где Иисус умер на кресте? Нет! Иисус умер в Гефсиманском саду. На кресте совершилось уже то, что было спроектировано в Гефсиманском саду. Oh, that's gonna blow your mind. Right there. Я вам серьезно говорю. Это было у Иисуса. Если Бог куда-то тебя ведет, первое, Он сначала сделает. Почему перед каждым спортивным... Я помню, я ходил на соревнования, перед каждым соревнованием. Кто спортсмен, вы знаете меня. Ты уже видишь себя. Ты проектируешь себя в ринге со своим соперником. Ты проектируешь все эти эмоции. Ты уже борешься прям там. Ты уже представляешь... Дорогие мои, это именно то, что Бог хочет сделать. Через Иисус был точно в такой плоти, как ты и я. Это его пример. Некоторые вообще не понимают, что такое Гефсиманский сад. Гефсиманский сад – это такая же важная вещь, как и крест. Потому что если бы не было Гефсиманского сада, Иисусу нужно было время, где он должен был полностью согласиться с волей Отца. Это значит, вы знаете, что он ученикам говорил? Помните, он говорил им, сыну надлежит пострадать. И он постоянно, Библия, Новый Завет, полон того, что Иисус им говорит, мне надлежит умереть, мне надлежит уйти, я уйду, но пошли утешить. Он постоянно это говорил. Говорить это одно, но увидеть себя на кресте, и еще как, добровольно, дорогие мои, должно что-то у тебя умереть здесь внутри. Бог ему дал время до креста увидеть себя умершим. И когда он увидел себя умершим, у него не подтек, а кровь текла. Вот что такое личность, вот что такое человек. От Матфея 26:39. Давайте просто прочитаем это место, чтобы не быть голословным. И отойдя немного, Матфея 26:39. И отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». Вот это была смерть Иисуса. Он еще боролся с имиджем уйти, быть, уйти или быть. Впрочем, не как я хочу, но как ты. И вот здесь его воля была сломлена. Он отдал себя на смерть. Почему? Почему делятся люди на общество, сослои, знаете, сословия, прослойки и все вот эти моменты, даже люди по районам живут разным. Знаете почему? Потому что одни себя не видят в том районе, они видят себя вот в этом районе.
где постоянно какая-то дохлятина, где постоянно воняет этими сканками, постоянно где-то там крыс кто-то ловит, котов надо, кота штуки три, наверное, иметь, чтобы один на крыше был, другой внутри, третий снаружи. Охрана была, везде крысы ловят. Я имею в виду, ты спроектировал имидж. Мне не жить в этом доме. Знаешь, почему тебе не жить в этом доме? Потому что ты себе забил давным-давно, и ты согласился на то, что ты сейчас имеешь. Ты создал этот имидж в своей голове. О, мне никогда не иметь счастья. Почему? Ты сам себя запрограммировал. Ты дал дьяволу шанс создать в тебе имидж и поразить тебя. И дьявол, и знаете что, дьявол сидит и радуется. Знаете что? Потому что он ничего не делал, все сделал ты, ты творец. Все, что он сделал, он диабола, сбросил идею. Не сработало первый раз, на 251 раз сработает. Почему? Потому что дьявол знает, как работает личность, как работает человек. Он это сделал в Гефсиманском саду, и он это продолжает, извиняюсь, в этом, в Эдемском саду, извиняюсь. Он это сделал в Эдемском саду и продолжает делать. Хорошо. На Саула, вспомните Саула? Я говорю, вы знаете, что у Саула был неправильный имидж? Вы знаете, что сделали? Некоторые люди говорят, когда я женюсь на прекрасной женщине, она меня исправит. Слышали такое? Пургу! Кто слышал это? Знаете, сколько я раз это слышал? Он женится на прекрасной женщине, и настает вообще ад в этой семье. Потому что она не может. Вы знаете, некоторые люди думают, что они оденут на себя что-то, и они этим стали. Никогда. Ты всегда, я еще раз повторяю, вернешься в свое состояние, своей проектировки того, что внутри тебя. Это ты. Я поменяю церковь. Меняй. Я поменяю пастора, почему голова говорит. Мне он такой, чтобы, ну, говорил, я мог вздремнуть. Иди, вздремни. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что мы должны с вами полностью понять, что есть что-то, что создает нас. Почему он был нормальным и потом извратился? Я тебе гарантию даю и даю стопроцентовую. Он поменял имиджи, которые вокруг него. Он начал общаться с людьми, он начал видеть не то, и поэтому, будучи нормальным семьянином, полностью, как говорят у нас, спохабился. Знаете почему? Потому что начал похабные имиджи видеть, с похабными людьми общаться, и потом смотришь, нормальный человек спился, скурился, скололся, своровался, в тюрьму сел. Саул. Ха. Идеальная личность для примера. Навесили на Саула погоны царя. С него это царя сделало? Нет. Он как был... Помните, когда его избирали? Бог избирает царя. Где царь? Весь Израиль стоит, миллионы людей. А царь схалався по-нашему. Спрятался там где-то в обозе. О, не могу. Не придут, не найдут, не найдут, не найдут. Вы знаете, что именно вот эта проектировка у него осталась до конца своей жизни? Вот это он остался, и когда стоял Голиаф и издевался, Саул сидел, вы знаете, мне так страшно, что я свою даже дочку отдам. Не, не только дочку отдам, я еще всю семью освобожу от таксов. Во! Вы понимаете меня, зэка? И он сидит, придумывает, как наградить того, кто вместо меня это все сделает, потому что я такой сыкун. О, я, да, я царь, у меня есть вот погоны, да. Я могу наградить, да ты не царь. Царь, вон идет мелкий в шортах, у которого нет погон, но он внутри спроектированный царь. Так же, как он реагировал на украденную овцу, он также реагирует на этого, большого и грозного. Дорогие мои, о чем я говорю? Я говорю о том, кто ты внутри. Не надо мне твои погоны пастора, епископа. Ты зайчик, который один на один сделает то, что нельзя. Слушайте. Да мы. Только обществом можем нападать. Ты кто внутри? Ты можешь один идти и справиться с Голиафом. Я тебя один не взял. Мы тебя всем нашим братством возьмем. Не возьмешь. Потому что проектировка правильная. Ты слышишь меня? Кто ты внутри? Я еще раз тебе говорю. То, что ты видишь снаружи, и я еще прячу, что там внутри. Я еще держу. Придет время. И кто-то меня любит, кто-то меня ненавидит.
Да мне все равно. Это моя проектировка, это мой Бог, это моя мечта, это мое будущее. Это то, я хочу любить Бога, как я хочу его любить. Я хочу идти к нему так, как я хочу идти. Я люблю читать Библию, как я люблю, и проповедовать, как мне хочется. И мне это так нравится. Почему? Потому что это Андрей Шаповалов. А ты кто? Сейчас даже хохма началась. Знаете, как определяют братьев и сестер? Зайдите на любые форумы, предпочитайте. Ты Шаповалова любишь? Да, все, давай дружить. Они по мне определяют даже духовность. Я не знаю почему. Как так? Они сразу группами собираются, кто любит Шаповалова. Не знаю, но факт. Это факт, церковь. Это факт. И не одного случая факт. О, время мало, у меня так хорошо. На Саула повесили погоны царя. На Давида их не повесили. Бог знал, кто внутри. Он говорит, искал я мужа по сердцу. Искал я... Бог тоже проектирует что-то, он ищет. И он находит, вот он, который не отдаст ни овцы, который не постоит ни за что. Он будет идти, он будет двигаться. И он нашел царя по сердцу своему. Дорогие мои, вот почему Иас... Помните Иаса, царя израильского? Мы часто эту историю читаем. Дорогие, знаете, почему Иас всего лишь... Ему Елисей говорит, бей по земле, бей! Бам, 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 бам! Бей по земле! Он, раз, два, окей, три. Внутри он был не победитель. Внутри у него проектировка была пораженного раба. И разгневался на него человек Божий и сказал, надо было 5 или 6 разбить. Только 3 раза победишь. Почему? Потому что то-то внутри, то будет и снаружи. Бог говорит, я хотел увидеть. Бог говорит, я хотел увидеть, что у тебя Иас внутри. А у тебя внутри мышонок. Он говорит, мышонок, вот таким мышонком и будешь. Даже у Бога будет для твоей жизни что-то огромное. Ты можешь сам переписать свою историю, перечеркнуть ее и сказать, а я, Бог говорит, ты будешь победитель, царь Иас, и ты победишь всех сириян полностью. А Иас говорит, а я не хочу, только 3 раза хочу. Бог говорит, только как внутри хочешь, так и будет. И там написано, что только 3 раза поразишь, и все. О, я. Как бы Иуда не старался быть учеником, внутри... Он был предатель. Вы слышите меня? Как бы Иуда, с кем бы он ни ходился, а я в 12-ке Иисуса, да ты предатель. Так, что тут у нас происходит? Я подожду. Аллилуйя. Пожалуйста, наведите порядок, да? Это не только меня отвлекает, это отвлекает всех вокруг. Спасибо. Хорошо. Слушайте меня внимательно. Как бы Иуда не старался быть учеником, он всегда внутри оставался предателем. И Иисус говорит, я знаю, кто меня предаст. Почему? Потому что Иуда проектировал то, кем он был. Все. Вот это был Иуда, вот это его натура, вот это все. Он нигде не мог держать себя в руках. О, гляньте, алавастровый сосуд вылили с миром. Лучше бы все это вот собрать и нищих накормить. Иисус смотрит на него, тут ты. Он говорит, меня, в нищих вы всегда, меня не имеете всегда. Говорит, поэтому он, о, знаете, он всегда, у него всегда были вот эти моменты, где он показывал то, кто он есть. И в конце концов он полностью доказал, кто он являлся. Некоторые говорят, мне нужно быть в том обществе, мне нужно закончить эту школу, мне нужно быть с этими пасторами, мне нужно с ними сделать конференцию, просто подружиться с ними и быть с ними в одной армии не будешь. Почему? Потому что внутри ты другой, ты всегда выдашь себя. Ты всегда, как бы ты ни рычал, ты потом как пи-у, и ты выдашь, что ты мышка. Ой, нет, р-р-р. Поздно, пи-пи. Мышонок. Бог знает, кто ты внутри. Вообще задумались над тем, что такое пророчество? Пророчество. И уникальная вещь, пророчество, да? Подходит к тебе пророк или даже не пророк, человек, который просто получил слово для тебя. И он говорит, я вижу тебя там-то. Многие из вас понимают, о чем я говорю. Я вижу тебя здесь. Что Бог делает? Что такое пророчество? И некоторые, знаете, они говорят, это я, пойду я это делать. Не пойдешь.
Гарантию даю, обломишься. Знаешь почему? Потому что Бог дает тебе сейчас увидеть, спроектировать, и Он дает тебе время стать этой личностью, утвердиться. Я вам серьезно говорю, перед тем, как двигаться в служение, я поехал в огромную церковь, и я стал на эту сцену, где было около 8 или 10 тысяч зал пустой. Я попросил у этого, знаете, у дженетор, который там был в этом здании, церкви не было, было закрыто. Это было в Охайо, это было у пастора Рода Парсли, если вы знаете, очень известный, один из моих любимых проповедников. Я просто приехал среди недели, там паркинг-лот настолько огромный, что там людей забирают в автобусиках. То есть люди паркуются там за 3-9 земель, собираются на остановочку и их возят. То есть я такой говорю, и я такой, знаете, пошел к этому, к дженетеру, и знаете, я говорю, слушай, начальник, открой дверцу, а что тебе там надо, вот хочется вот увидеть, ну, у него, наверное, это не первый раз, он, ты просто хочешь посмотреть, да, он мне открыл дверцу, только говорит, так, 5 минут тебе даю, окей, начальник, хорошо, я сразу за кафедру, аллилуйя! Аминь! Господь живой! Я думаю, придет, не придет. Со мной еще друг один был, что ты орешь? А он побежал в хор. Я думаю, что он в хор побежал? Там такой, знаете, там такой огромный хор сзади. Оказывается, ему музыка нравилась, он потом признался. Ну, я говорю, знаете, о чем я говорю? Это смешно. Умеешь ли ты проектировать? Никогда не достигну. Никогда не будет у меня большой компании. Слушай, пойди, займи друзей, миллионеров. Просто влезь туда, в наглую. Научите! Возьмите меня с собой на барбекю! Я просто хочу научиться видеть, как вы видите. Подружись с кем-то людьми, которые идут куда-то далеко. Просто скажи, я хочу просто с вами быть. Можно с вами побыть? Можно побыть с теми, кто куда-то идет? Можете, я хотя бы с вами потрусь немножко, чуть-чуть. Может, увижу, как вы видите. Может, пойму, как вы мыслите. Некоторые люди думают, что это все в жизни. Это жизнь, это жизнь шансов. Разочаровать вас хочу, церковь. Жизнь – это жизнь твоей проектировки. Все. Что в тебя вошло, то тебя и создало, и то с тебя и вышло. Все. Тема очень простая, не понять ее абсолютно невозможно. Итак, что такое пророчество? Пророчество помогает тебе создать твой образ и двигаться к нему. Многие заблуждаются, думая, что после пророчества ему нужно действовать. Слышали такую ерунду? Бог сказал, ты пастор. Выходит это, говорит, я пастор. Нет. Давид, после помазания елеем к овцам надо назад. Эймен? Как это? На меня же целое ведро масла вылили. К овцам я сказал. Почему? Ты еще не царь. Ты помазан. Почему Бог это сделал? Он спроектировал тебя. Он помазал тебя. Это говорит о том, что сейчас, дорогой, готовься. Начинай видеть, начинай слышать, начинай готовиться, начинай видеть себя управляющим всем Израилем. Начинай молиться, как бы молился царь за весь Израиль. Начинай проектировать все эти эмоции. Начинай придумывать все, чтобы Бог только закладывает в тебя. Начинай создавать себя. И когда ты увидишь, что ты создал себя, ты увидишь, что начнет выходить из тебя. Пророчество, если ты не станешь тем, о чем оно говорит, ты просто заскочишь в свое призвание и выпрыгнешь с ужасом, потому что ты к нему не готов. Вы видели людей, которые получали пророчество, запрыгивали в свое призвание и потом выпрыгивали с крахом? Понимаете, о чем я говорю? По одной причине. Я Бога умолял, я говорю, Господь, зачем мне эти 12 лет? Потому что только за 12 лет я смог спроектировать то, кем я должен быть. Вы слышите меня? И только после 12 лет я мог встать и начать проповедовать. Почему? Потому что до этого это все были бы жалкие писки того, кто еще не состоялся. Поэтому умоляю вас, выходите в свое призвание, когда ты полностью спроектировал, и ты увидишь, некоторые люди говорят, мне нужна позиция. Нет, тебе нужна внутренность царя, а позиция сама тебя догонит. Тебе нужно внутри стать пастором. И ты увидишь, как вокруг тебя без церкви, без здания налипнут люди, и тебе некуда будет деваться, как начать церковь. О, я сегодня о секретах говорю, любимые.
Сегодня я говорю от сердца моего. Сегодня я не хотел. Многие годы эта тема лежала, именно вот это имидж и проектировка, именно все вот эти. Но я верю, что вы доросли до этого. Я верю, что мы вместе все с вами доросли до этого. Что можем теперь реально говорить, на это я смотреть не собираюсь. Это выслушивать не буду. Почему? Потому что я не дам тебе создавать меня. Почему ты не хочешь со мной дружить? Потому что я не хочу, чтобы ты стал частью моей. С кем ты дружишь? Вы все носите кусочки этих друзей в себе. Хотите вы этого или нет? Это закон. А я не верю. Не веришь? А почему даже слова такие выскакивают, как твои у друга? Последнее. 2 Коринфянам 3:18. О, это мое любимое место. Я даже его под своим лого подписал. Это мое любимое место. Да то, с чего началась вообще церковь. 2 Коринфянам 3:18. Мы же все открытым лицом, как в зеркале. Слушайте внимательно, это точно к теме относится. Взирая на славу Господню, преображаемся. Вы слышите? Мы проектируем. Мы преображаемся. Мы видим тот же образ. Мы преображаемся в кого? В Христа. В Него. Преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Приходит, когда всякий раз я в своем офисе, ко мне Дух Святой приходит, и я говорю: Господь, что ты хочешь, чтобы я видел и о чем мечтал? И он начинает вкладывать очередную вещь. Я не говорю вам сказки и религиозные байки. Молись, брат, и Бог тебя услышит. Все молятся, и ничего нигде не слышно. Я тебе даю конкретные факторы, как двигаться. Начни вокруг себя, убери все непотребное, убери все, что крадет твое время, и положи в машине на весь все, куда ты движешься. В кошельке положи фотографии, куда ты, о чем ты мечтаешь. О, Иисус! И у тебя жизнь превратится, как в женщину, я заканчиваю, которая пытается поправить свою прическу, потому что ее образ не совпадает. Слушайте меня внимательно. Твоя жизнь превратится в то, что ты будешь говорить: я не могу быть с этими людьми, потому что это не мой образ. Вы слышите меня? Я не могу это видеть. Ты, другими словами, ты будешь как в зеркале поправлять свою прическу. Ты будешь говорить: нет, это еще не то. Почему? Потому что внутри тебя уже Бог заложил имидж, и ты к нему движешься. Ты увидишь, как в конце твоей жизни ты выйдешь, и ты будешь именно напоминать то, что Бог спроектировал внутрь твою. Я еще раз задаю тебе вопрос. Кто ты внутри? Кто проектирует сейчас в твое сердце тебя? На этом я хочу остановиться. Воздайте славу Богу.